Всем привет! Продолжаем гулять, путешествовать. Сегодня мы в Риме. Хочу показать вам площадь Республики. До 50-х годов площадь называлась Эзедра. Она расположена недалеко от вокзала Термини. Это главный вокзал Рима. Как раз напротив терм Диоклетиана. И в центре находится фонтан Наяды. Площадь берет начало улица Националя. Это одна из главных улиц города. Там же находится станция метро Република. Театра дель Опера. Это линия А римского метрополитена. На площадь также выходит фасад церкви Санта Мария дель Анджели и дель Мартири, который предположительно построена по проекту Микеланджело в XVI веке. Так вот, фонтан Наяд создан скульптором Марио Рутелли в 1901 году. Он получил неоднозначное отношение. Некоторое время даже был огражден деревянным забором, потому что вызвал неприятие у пуританского большинства общества Рима. И существует такая легенда, но может и правда, что около фонтана долгие годы любили гулять несколько женщин, и многие узнавали постаревших дамах, молодых натурщиц, позировавших Рутелли. В центре композиции на чаше скульптор поместил бронзовую фигуру юноши, морского божества в образе человека, который побеждает некое морское животное, которое напоминает дельфина. Ну и, конечно, фигуры женщин, которые олицетворяют подземные воды, морей, океанов, рек и озер, а точнее нимфа озер, лежащие лебедя нимфа рек, лежащие на монстре рек нимфа подземных вод, лежащие на спине дракона и нимфа океанов в верховном морском коньке. Вот, собственно говоря, и все о площади Республики, которая находится недалеко от центрального вокзала Термини, напротив терм Диоклетиана. Площадь Республики. Все, всем пока, всем привет, до свидания.